И всем замурчать, меня зовут Котос, и сейчас будет обзор на ресурс пак и карту в TAF Security Breach. Приятного просмотра. И дайте я покажу вам, как выглядят аниматроники и карта. Вот скриншоты карт, а еще эти карты и аддон работают только до версии Minecraft Pocket Edition. Но давайте сначала к аддону. Аниматроник Луна, когда выключается свет, Чика любит пиццу, Монти агрессивный, Мишка Фредди легендарный, главный герой, Венни злодейка, Роксана Роксана, Солнце воспитатель. Вот так выглядят аниматроники FNAF Security Breach в Майнкрафте. И как видите, они очень хорошо детализированы. Автор очень сильно постарался над этим аддоном. Персонажи очень красиво сделаны. Давайте посмотрим, какая у них анимация движений и так далее. Это Роксана, видите, она поворачивает головой. Также у нее дергается хвост. А вот у нее анимация ходьбы. Вот у Чики двигаются глаза. Вот так двигается персонаж Венни, практически прям как в игре. Ну а солнышко просто ходит. Вот, смотрите, он прям как бежит. Вот так выглядят персонажи Мишка Фредди, Монти, Роксана, Чика и так далее. Ну а теперь мы переходим к карте. Take a map. А еще Minecraft в RTX. Будет очень красиво. Это комната Фредди. Сделано хорошо. Вот похожий интерьер. И выходим мы к комнатам аниматроников. Это комната Мишка Фредди, Роксана, Монти. Вот там все закрыто. Чика. Вот, и тут, кстати, есть отражение. Вау. Ну, посмотрите, это реально очень красиво выглядит. Прям похоже, как в игре. Даже очень сильно похоже. Вот это комната, где мы практически проходим к самому торговому центру большому такому. Здесь опять-таки штучки, которые даже есть в игре. И вот, сам торговый центр. И вот, это Монти Гольф. И, кстати, скажу, что карта сделана не на 100%, на 25%, как написал сам разработчик. Ну что ж, ладно, переходим. Вот, вот самый большой центр, который был в аддоне, который я показывал. Вот, смотрите, очень красиво сделан, очень детализирован, особенно в RTX. Можно же полетать, и это будет очень-очень красиво. Здесь практически все объекты, которые в самой игре есть. Вот, как видите, торговый центр. Мне кажется, что очень красиво выглядит. Конечно, нет таких, кажется, таких камер, но где там обычно снимаются, ну, там спрятаться еще можно. Вот, давайте перейдем к Phaser Blast. Вот, смотрите, тоже красиво сделано. Ну, ладно, позже. И вот тоже комната какая-то. Я, ребята, сам не знаю, что это за комната. Если кто-то знает, пишите комментарии. Просто я здесь еще не гулял. Вот, я ходил, вот, например, Phaser Blast. Сейчас мы, короче, вернемся сюда. Вот, Phaser Blast, как выглядит. На самом деле, если там еще гонки Рокси. Вот, смотрим, смотрим. Вот, это же... Так, ну что ж, дальше переходим, и вот, смотрите, давайте войдем, и вот так тоже выглядит, смотрите, вот, и очень красиво, как практически как в игре. Итак, вот сама комната, где можно оружие подобрать и уже начать игру. Но, к сожалению, сама локация, поиграть здесь нельзя пока что. Надеюсь, что разработчик еще доработает эту функцию. И вот тут картинки, о, тут опять нет входа почему-то, здесь вещи просто. И давайте, здесь нету входа, вот, туалет, кстати, очень красивый туалет. Вот это комната охраны, где забираю пропуск охраны, ну, для того, чтобы попасть в Боулинг Бонни. Ну ладно, выходим из этой локации, и вот здесь еще какая-то тоже секретная локация, здесь тоже я не бродил, я ходил по ровностью. Вот, здесь нет еще пока гонок Рокси. Ну да, посмотрим, что тут дальше есть. Это что за комната, не понял. Ребята, если кто-то знает эту комнату, пишите, пожалуйста, в комментарии. Просто я такую комнату сам не знаю. Это, видимо, либо сам разработчик добавил, либо я не знаю. Вот так выглядит сцена. Но вниз пока спуститься нельзя. Видите, вот там пропасть. Переходим дальше. Вот Монти Гольф я уже показывал. Здесь тоже комната Солнышко, пиратская бухта и так далее. А здесь пусто. Посмотрим, как выглядит здание снаружи. Вот так выглядит здание снаружи. Очень красиво. Вот сам опять снова торговый центр. Тоже все просматриваем. И идем уже сюда. Здесь у нас золотая статуя аниматроника. Вы видите, которая поет. Ну что ж, ладно, выходим. И смотрите, так выглядит торговый центр, где вход. Вот, это очень красиво выглядит. Мы забираем подарочек для того, чтобы попасть сам. Это большой торговый центр. Очень красиво все-таки все выглядит. Вот, смотрите, здесь тоже такие комнатки. Вот, это секретный служебный выход, где мы выходили отсюда. Вот, там еще была Чика. Здесь какая-то темная комната, что? Или какая-то комната охраны. Ладно, пойдем. И опять здесь ничего не сделано. Ну ладно, что это за интересно за комната? Давайте перейдем сюда. И это походит на какой-то склад. Я помню, это же, когда мы в служебном входе, там еще мы с Мишкой Фредди ходили. Вот, здесь то же самое. Вот, то же самое карта, но здесь почему-то что-то ничего не понятно. Но должен быть выход. Посмотрим, что здесь. Здесь, в принципе, да ничего обычного. Я такого, конечно, не особо помню. Вот, я очень давно на самом деле походил. Ну что ж, ладно, выходим. Я, конечно, не все локации это проверял в игре. Ну, вот разработчик именно вот так сделал. А это интересно, что за локация?
Давай телепортируемся. Стоп! Я понял, это был, когда это Чику, мы должны изготовить ей пиццу. И мы сейчас выходим в кухню. Я помню эту локацию. Ребята, я помню, это погрузочная площадка еще называется. Ну что ж, ладно, выходим снова. Но я тоже жалко, что не доработали. Проверяем вот здесь, снова проверим. Вот так выглядит комната Чики. Красиво, но у нее в оригинале очень много мусора. Вот так выглядит служебный вход. И выходим давайте из комнаты. И придем давайте в комнату Монти. Там обычно все развалено. О, прям все практически грязно. Ну, мало, конечно, вещей. Не знаю, мне кажется, не особо похоже. Я видел эту игру, но не особо, мне кажется, похоже. Вот Роксана. Заходим сюда. Тоже кстати, очень красиво, тоже похоже. Вот это большая комната охраны. Я не вспомнил, что я тут доставал уровень пропуска, а потом надо было еще защищаться от аниматроников, и потом в конце Мишка Фредди выпускает из канализации. Вот, видите, здесь. Вот сама комната. Переходим дальше, смотрим, что за тут комната. Здесь много разных секретных комнат. А я упал. Вот так снаружи выглядит большой торговый центр. Очень-очень красиво и очень-очень детализировано. Входим сюда. И с вами был Акватос. Надеюсь, понравилось это видео. Всем пока! Желаю счастья и здоровья и замечательного дня!